сладкий лук. Из мексиканского залива. Ты снимаешь? Начинять мы будем. Куропаток техасских, устрицы с мексиканского залива теряют очень много влаги и становятся совсем крошечными в результате после приготовления, поэтому слишком мелко их резать нет смысла. Первыми идут устрицы, потому что из них нужно выпарить как можно больше влаги. Большая часть жидкости. Теперь мы добавляем тендерс и петрушку. Много. И буквально до побеления курицы. Все. Каждую куропатку у нас пойдет по пол блинчика с начинкой из устриц и курицы. Смотри, какая она получилась толстенькая, упитанная. Да, зато теперь куропатка у нас получилась такая прям. Очень такая солидная. Хочется еще их подколеровать. Заодно интересно измерить, какая сейчас температура внутри. Правильно? Внутри. А внутри у нас температура сумасшедшая. Аж 194 градуса Фаренгейта. Выглядят. Посмотреть. На ночь.